Но самое интересное в ней происходит по ночам. Итак, представьте, в одном из московских клубов. Опа! Отличное место! Вы это видели? Опа! Вы это видели? А это стынет! Это скучает! Пойду знакомиться! Давай, привет, давай. Детка, меня зовут Миша. Я как супермаркет, потому что я открыт для общения 24 часа. Ты как Джордж Буш. В смысле? Свободен. Слушай, давай ты. Да че, я здесь не могу. Ну просто подходишь так, слегка пританцовываешь, все получится. Я не умею танцевать. Да сможешь ты, давай. Просто легко пританцовывай. Скажи что-нибудь веселое. Серьезно? Ну ты же КВНщик, что-нибудь веселое, давай. Давай. Вчера монгольские ученые спросили. Ты что вообще думаешь головой своей? Смотрите, парни. Да, ты мне сейчас все свои фотки с одноклассников показал? Нормально. Парни, парни, все не то. Нужен эпатаж. Нужно ее как-то удивить. Давай, шоумен. Трошка, смотри, фокус. Давай я. Слушай, ну ты прям кайфовая. У тебя прям туловище такое. Ты прям от души. Прям в тему. Прям молодец. Дай бог тебе здоровья. Ну, это же обычная коронка. Катя, одно твое слово, эта коронка превратится в кольцо. Сборная!